Всем привет, меня зовут Маша, я очень рада видеть вас на своем канале, и сегодня я хочу снять видео о своих покупках из магазина Fix Price. Буквально недавно я из него пришла и решила сразу же снять то, что я там купила. Если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. И начну я, пожалуй, с покупок еды. По многочисленным положительным отзывам решила я попробовать купить вот такой вот десерт. Называется он «Бонжур суфле». Мы его уже открыли, попробовали. Стоит он 55 рублей. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот таким образом. Здесь идет 10 штучек. Выглядит он как зефир в шоколаде. А внутри, в принципе, на картинке здесь показано. Он такой же в жизни. То есть идет такое очень нежное кофейное суфле. Потом такая карамельная прослойка. И в самом низу печенька. Все это покрыто шоколадом. Действительно вкусный, нежный. Здесь идет 232 грамма. И за такую стоимость... Очень даже приятный десерт. Могу всем посоветовать. И я сразу взяла две упаковки. И не зря, в общем-то. Следующая из еды. По совету Светика. Она хвалила в своих видео. Вот такие вот пшеничные бейкетсы. Запеченные. Я выбрала со вкусом сливочный соус со сладким перцем. Вот такая вот упаковочка. Я уже, кстати говоря, попробовала. Так вот выглядит одна эта чипсинка. Но это не чипсы, то есть это не картофельные чипсы, а очень похоже на лаваш. Вот я показывала в каком-то из своих влогов, как я делала чипсы из лаваша, очень похоже. То есть здесь не картофель, это такая альтернатива чипсам. И вот здесь вот написано, что не содержит никаких ароматизаторов, ГМО и так далее. И типа того, что меньше жира на 50%, чем в обычных картофельных чипсах. Ну, конечно, здесь есть различные ароматизаторы, но состав действительно немного получше, чем в чипсах. В общем, в целом, такие вкусненькие штучки, можно иногда побаловаться. Мне, в общем-то, понравились. Такие легенькие. Дальше, что касаемо, ну, к еде тоже можно отнести, это вот такой вот чай Гринфилд, молочный улун, я его уже покупала, мне он очень нравится, очень нежный молочный вкус, здесь идет 25 пакетиков, и срок годности все нормально, по август 2018 года, стоит он гораздо дешевле, чем в обычных магазинах, в том же Магните или в Пятерочке, поэтому это очень выгодно покупать в Fix Price такой чай. И, по-моему, последнее, что касается еды, да, это вот такие вафли с ароматом сгущенного молока. Ну, обычные здесь 200 грамм, стоили они 25 рублей одна упаковочка. Еще были такие со сливочным ароматом и шоколадным. Вот я выбрала со сгущенкой. Здесь относительно неплохой состав, во всяком случае нет никаких ешек, поэтому... В принципе, нормально. Думаю, что по вкусу они тоже будут ничего. И перейдем к покупкам для ванны и душа. Не смогла я пройти мимо вот такого вот геля. Это компания Клевер. Я очень рада, что она появилась в Fix Price. Здесь очень большой объем, 500 мл. Стоимость его 50 рублей. Я выбрала со вкусом, запахом, точнее, нектарин. Потрясающий аромат. Действительно, очень натуральный. Как и у всей продукции этой фирмы. Здесь идет вот такой вот дозатор. И их бутылочка стала стандартной в виде такой бутылки с молоком, но немножко поменялся дизайн. И также здесь, как всегда, написано у них «Милки». Но он идет не крем-гель, а именно он такой гелевой консистенции. Я думаю, что он мне понравится, как и все гели этой фирмы. Дальше, опять-таки, от этой же фирмы купила вот такое жидкое мыло, молочные пузырьки для ручек. Котенок по имени Гав. Это детское мыло. Здесь также идет 500 мл, удобный дозатор. И запах, я так и не поняла, чем пахнет, честно говоря, ничем определенным. Просто такой сладковатый, фруктово-кондитерский. Не знаю, в общем, чем именно, но, в общем и целом, мне понравился. Здесь написано, что с молочными протеинами. Ну, классное оформление. И серия, это называется «Союз мультфильм». Я так понимаю, что они есть еще со львенком, с Винни-Пухом, но там были только вот такие, с котенком по имени Гав. Вообще очень классные, мне кажется, ванны будет классно смотреться. Так, дальше, что касается таких вот моющих средств, это вот такое мыло купила, целебные травы с лавандой, бережное очищение с природными травами. Там было такое еще с облепихой, с липой, по-моему, в общем, но мне понравилось с лавандой.
через упаковку вкусно пахнет. Мы кусковое мыло используем только для рук, то есть у нас стоит и жидкое обычное, и кусковое. Здесь идут прям в самом кусочке какие-то вкрапления, я так понимаю, что это типа травы, в данном случае это лаванда. Вот, и здесь 160 грамм, то есть такой увесистый кусочек, наверное, надолго хватит. Так, что еще для ванны, но это скорее для туалета, купила вот такое средство Санифор. Здесь 250 грамм, мы его не в первый раз уже покупаем. Хорошее средство, хорошо моет, чистит, никаких претензий нет. Уже тоже не в первый раз купила вот такой вот гель для стирки. Это детский гель, ну то есть он идет для детского белья, но детские вещи мы вообще не стираем, у меня для вещей малыша и другой гель. Это просто мы купили стирать свои вещи, здесь идет 1 литр, достаточно большой объем, и в общем в целом он нам нравится. Такой приятный у него запах, ненавязчивый, и могу всем посоветовать. Тоже уже не в первый раз берем, хватает его очень-очень надолго. Так, и еще из таких вот хозяйственных взяла я вот такие пакеты для мусора. Здесь идет 30 штук на 30 литров. Тоже всегда покупаю в фикс-прайсе. Это такие расходные мелочи, которые всегда нужны. И опять-таки по совету Светика купила я вот такие губки для мытья посуды. Называются они кухончик. Здесь идет 3 штучки. Они идут в такой вакуумной упаковке. Я так понимаю, что они станут больше, когда их из упаковки достанешь, потому что так они смотрятся совсем плоскими. Честно говоря, я их давно уже видела, но не обращала на них внимания, потому что они мне как-то не вселяли доверие. Но вот по видео Светочки, где она их очень хвалит, здесь написано, в воде примет нормальную форму, да, я не заметила сразу, вот, по ее совету решила попробовать такие губки, надеюсь, что мне понравится. Дальше, из таких приятностей для себя купила я вот такой вот блокнотик, я его когда увидела, просто не могла его не купить, хотя мне по большому счету никакие блокнотики не нужны, потому что я особо ничего не записываю, у меня есть такой небольшой блокнот, ну, как записная книжка, я туда пишу какие-то там, то, что мне нужно не забыть, но это бывает крайне редко, в основном, если я и пишу, то какие-то заметки в телефон непосредственно, а вот такими бумажными не пользуюсь, но вот здесь вот само оформление меня очень покорило, называется он фигурный блокнот на липучке, 100 страниц, давайте его откроем, я вообще очень люблю софт, и, кстати говоря, я даже сейчас, не знаю, видно вам, в кофточке с совами, с совой, такой вот блестящий, не знаю, видно вам там или нет. Вот, в общем, сделана она, он, точнее, этот блокнотик в виде такой вот сумочки. Вот, здесь липучка. Ну, конечно, такое детство, ну, просто мне понравилось. И здесь идут обычные такие листочки, они не разлинованы, ни клетки, ни линейки, нет, просто вот такие вот листочки. И у меня такое ощущение, что они будут выпадать, потому что они не очень хорошо закреплены. Но, тем не менее, просто такая приятная вещица. Но действительно выглядит классно. За само только оформление стоило купить. Но здесь не только совы, кстати говоря, здесь еще слоны, черепашки и лев, я так понимаю, мои любимые львы. Я также очень львов люблю. Так что, ну не знаю, классная штука. Мне кажется, дома вот такую купила картину, репродукция, настенный декор, 20 на 20 сантиметров. Это из кофейной их серии. Кстати говоря, там уже практически ничего у нас не осталось. Там были только тряпочки для кухни, вот из такой серии кофейной. И вот эти репродукции. Мне очень понравилось, мило выглядит. Но для кухни самое оно повесить, очень будет мило и красиво. И мне вот нравятся всякие такие картинки с изображением кофе, кофейных зерен, корицы. Вот, поэтому, мне кажется, здорово будет смотреться, тем более у нас на кухне обои с кофейными чашечками, и как раз будет в тему, в общем. Да, и здесь сзади в пакетике есть крепеж, чтобы на стену повесить. Вот, такая репродукция. Дальше купила, опять-таки, для дома вот такой вот коврик под посуду. Что здесь? 30 на 40 сантиметров. Помогает высушить посуду быстро и без разводов, быстро высыхает для многоразового применения. Там было много расцветок, я выбрала вот такой темно-синий, и здесь нарисованы всякие чашечки, ложечки, вилочки. Вот, он из такого материала, как, не знаю, здесь указано, что это губчатая вискоза.
Вот. Просто иногда часто помоешь посуду, ставишь ее на стол, все это стекает. Не хочется сразу сушилку убирать, потому что в полку, да, потому что там все это будет стекать, потом такой запах будет неприятный. Поэтому очень удобно будет на такой коврик выложить, а потом уже убрать в полку. Так что вот такой. Так, и еще что касается для дома, купила я вот такой вот ночничок. У нас один такой был, в комнате мы его включаем на ночь, потому что когда малыш просыпается ночью, чтобы не включать там свет основной и тем самым совсем его не разбудить, то удобно, чтобы вот такой ночничок был. Он включается в розетку вот здесь вот, и здесь такой вот выключатель. Купила я вот с такими осенними листочками, он, кстати говоря, был такой последний. Так вот, у нас уже был подобный, он перегорел, к сожалению. Поэтому мы купили новый, ну, проработал у нас предыдущий месяц, получается. То есть его хватает где-то на месяц, не знаю, сколько этот у нас проработает. Но вещь для нас нужна, и не жалко, даже если каждый месяц 50 рублей, не такие большие деньги. Вот, это так очень красиво смотрится. Здесь он как голографический такой, то есть он так вот переливается. Вот, и мне понравилось его оформление, картинка. Дальше, что купила, опять-таки, вот из такого светового, купила вот такую настольную лампу. 7 ярких светодиодов, стоила она 55 рублей, она идет на вот такой вот пружинке, то есть она гнется во все стороны, мне очень понравился цвет мятный такой, там еще были такие желтые и белые, но я выбрала такой, она мне нужна для того, чтобы, когда я делаю маникюр, мне нужен очень яркий свет, которая основной свет мне не дает. У меня есть лампа обычная настольная с розеткой, но мне это не с розеткой, а с проводом, который нужно включать в розетку. Мне это не очень удобно. Вот, я хотела именно такую вот беспроводную на батарейках. И, собственно, купила, не знаю, опять-таки, как она будет в деле, но думаю, что неплохая. Во всяком случае, я думаю, что у нее будет белый свет. Обычно у таких лампочек всегда белый свет, и они дают очень яркий свет, что мне, собственно, и нужно. И сразу в комплект я купила вот такие батарейки, обычные алкалиновые, здесь 4 штуки, потому что здесь так и написано, что они в комплект не идут. И это, кстати, одна фирма, Фларкс, я так понимаю, если так считается. Последнее, что я купила, это были вот такие вот перчатки. Мы как раз ездили в этот магазин на машине, у меня были с собой перчатки бежевые, и они мне лежали на колени, когда я выходила из машины, они у меня упали в лужу, и, ну, в общем, перчаток у меня больше не стало. Конечно, можно было их подобрать и постирать, но они просто все были в луже, и, в общем-то, я их и подобрала, и выбросила, в общем-то. И поэтому я, когда увидела эти перчатки, подумала, почему бы не купить. Они черного цвета, здесь такой вот орнамент в виде тюльпанов и страз. Причем стразы вполне себе хорошие и плотно так приклеены. Ну, конечно, я думаю, все равно со временем они будут отваливаться. Но, тем не менее, качество очень и очень неплохое за 50 рублей. Вот так они смотрятся. Хорошие такие перчаточки как раз сейчас осенью одевать. В общем, мне понравились. Это фирма Lady Collection. Перчатки женские. Вот. Так что вот такие у меня были покупки в магазине Fix Price. Я надеюсь, что вам было интересно. И большое спасибо за просмотр. Всем пока!